Доброе утро, ребят! Как я обещал, я хочу вам рассказать, как настраивать ЦАГ просто, быстро, без всяких рассказов вокруг. Если вам нужны рассказы и всякие подробности по всяким миллиметрам, вещичкам, то ищите в интернете, их есть куча. Моя задача сейчас вам просто рассказать, как быстренько и понятненько настроить, чтобы вы могли начинать гонять и чувствовать байк, как он должен быть в самом нейтральной точке, и от нее вы будете играть, как вам хочется, чтобы было помягче, пожестче, спорт стандартный или комфортный, мы это пройдемся. В первой части видео я вам хочу рассказать, как настроить САГ, нашу пружину, которую мы заменили в прошлом видео. А вторая часть фильма я вам покажу, как правильно настроить наш амортизатор задний. Так как заводские настройки говорят, я вам объясню, как правильно это все настраивать, опять же, простым языком. Поехали! Возьмите себе ручку и блокнотик. И не забудьте какую-то линеечку или такую рулеточку. В первую очередь мы поднимаем наш мотоцикл на стульчик, даем задней подвеске, чтобы она свисала, чтобы наше заднее колесо было в воздухе. Мы берем теперь от центра вот этого, протягиваем линию до любой точки здесь, но чтобы эта точка была одинаковая во второй части, когда вы будете это измерять. Ребят, в новых моделях KTM, GasGas, Skvarn'ы, у них уже на оригинальном пластике написано прям точечка САГ, от которой вы можете отмерять. Но по большому счету вам это не нужно. Вы должны просто взять одинаковую точку, когда вы будете смерять измеры первый и второй раз. Если я беру, провожу до сюда, мы берем с центра колеса и проводим до вот этой точки. У меня получается 66 сантиметров. После того, как мы померили и отметили статический САГ, нам нужно одеться, полная экипировка, сумка с водой, каска, все ваши причиндалы одевайте на себя, спускаем мотоцикл на пол и делаем второй замер. Ребят, у вас в мануале написано, как настраивать правильно ваш САГ на вашу пружину под ваш размер. Я поменял свою пружину, у меня была пружина до 85 кг, что это 42 ньютон-метра. Я ее поменял на новую пружину на 45 ньютон-метров, от 85 до 95 кг. В стандарте пружина идет 75 до 85 кг. Я апгрейднул на пружину, которая будет выдерживать мой вес. Теперь про настройки. Что нам говорит мануал? Мануал говорит нам такую вещь. Мотоцикл, который подвешенный, когда задняя подвеска свободна и полностью открытая, когда он стоит на стуле. И посмотреть, какие цифры она нам показывает. Нам показало 660 мм. Потом они нам говорят, снимите мотоцикл со стула, сядьте в вашу позицию, как вы ездите. И оно должно вам дать разницу в 110 миллиметров. Первый размер, который у нас был 660 миллиметров. И сейчас мы запишем. Анечка, пойдем вот до сюда. Окей? Держи. После того, как мы смерили, у меня получилось 55 сантиметров. Это значит, мы берем наши 66 минус 55, это получается 550 миллиметров, 110 миллиметров САГ. Как вы видите, он уже настроен. Ребят, после того, как мы измерили все, у меня получилось так, что он уже настроен, потому что я с ним игрался, и он уже настроен. У меня САГ получился прям как по книжке, 110 миллиметров. Но если бы, например, у вас бы вышло, после того, как вы подсчитали, и у вас бы получилось там 95, и вам нужно было бы поднять еще 15 миллиметров на 1,5 сантиметра, вам нужно было бы ослабить немножко ваш спринг и прокрутить его один раз. Если вы получили другой размер, например, 95 мм вместо 110, и вам нужно ослабить пружину, вы открываете ваш стопор
и ослабляете пружину. Каждый поворот кольца, который освобождает пружину, дает вам около 3 сантиметров, что это 30 миллиметров. Так что если у нас получилось 95, это 1,5 сантиметра, значит мы крутим его только половинку и проверяем опять нашу разницу. Если разница получилась 110 миллиметров, все, вы в шоколаде, вы настроили ваш САГ. Первый раз, поздравляю, ребят. Сейчас мы будем настраивать наш рессор под заводские настройки. У нас есть три вида. Спорт, стандарт и комфорт. Поехали. Начнем slow speed compression. Это вот у нас, вот это вот место. Что мы делаем? Мы закручиваем ее до конца. Крутим ее в правую сторону. Закрутили до конца. Освобождаем немножко, потому что здесь конец, это не клик, это его окончание. Доводим его немножко назад. И у нас есть три вида. Если мы хотим комфорт, чтобы она была помягче, мы крутим влево 17 кликов. Если мы хотим стандартно, чтобы оно было как бы нейтральная ситуация между жестким немножко и мягеньким, мы крутим 15 кликов. Так как мне нужен спорт, я буду крутить 13 кликов. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 кликов. Это у нас позиция для спорта. Теперь если вот это у нас high speed compression, вот этот болт, мы делаем то же самое. Мы его закручиваем до конца. Легонечко, не сильно, ребят. Мы его закручиваем до конца. И теперь поставьте у нас, потому что идет так. Если мы хотим комфортно, чтобы было, то надо провернуть 2,5 раза вот этот болт. Если мы хотим стандартно, это 2 поворота. А если мы хотим спорт, это 1,5 поворота. Что я всегда делаю? Я вставляю ключ. И я знаю вот эту вот часть, я должен сделать 1,5 поворота. Полный, еще половинку. Это у нас один. И еще половиночку поворотика. 1,5 поворота сделали мы high speed compression на спортивный мод. Теперь переходим вниз к нашему ребаунду. Ребаунд мы настраиваем здесь. Здесь то же самое. Мы возвращаем до самого конца наш болт. Крутим в правую сторону. Закрутили, почувствовали, что конец. Освободили немножко до первого клика. И теперь для спорта нужно сделать 13, для стандарта 15, а для комфорта 17 кликов. Мне нужен спорт. Я делаю 13 кликов в левую сторону. Раз, два, 13. Вот и все, ребят. Я настроил для себя то, что мне нужно. Теперь я выйду и буду проверять, как он едет, что мне это подходит, не подходит. Это жесткость, это мягкость. Я поставил в спорт мод. Это значит, что он будет немножко пожестче для более быстрых скоростей. Я когда выйду, я начну гонять, я посмотрю, что мне нужно, где мне нужно ослабить, где мне нужно еще подтянуть, и все. Но вот эти вот, то, что мануал вам дает, это какая-то база, на которую вы можете положиться и от этой базы просто играться. Например, если я сделал спорт, и мне хочется немножко, чтобы было помягче, я иду немножко до стандарта, добавляю еще клик 2. Каждых 2 клика вы начнете чувствовать вот эту разницу. Так что я вам предлагаю, если вы настроили, например, под стандарт, и вы не знаете, или вы хотите более комфортно, или вы хотите более в спортивную, вы ставьте стандарт и начинайте двигать по 2 клика. Если вы хотите пожестче, двигайте в правую сторону. Если вы хотите помягче, двигайте в левую сторону. По 2 клика, и вы будете чувствовать, что вам подходит. Ребят, я надеюсь, я вам помог. Ставьте лайк. Держитесь.